На самом деле, я вот так думаю, и мне интересно, почему разработчики Геншина не сделают какую-то мини-игру, потому что у них загрузки прям долгие. Одну мини-игру видел, это типа вот когда моя мама оставляла меня в магазине в детстве, ну я думаю, со всеми бывало, знаете, на другом конце города, мне было лет 5, и она говорила, ну давай, все, пока. И сразу там квест начинался, типа, найди свой дом, очень круто, мне очень нравилось. Звездное воссоединение уже доступно. Сразу сюда звездное. Звездное воссоединение. Гемы, насколько я помню, есть только вот здесь. Ого, здесь на него кто-то заходил, чтобы у меня тут день. Аж до 4-го дня произошло все. Так, и сразу давайте проверять, не обманули ли меня на дулеры. А, нет, подождите, сначала нужно сказать всем привет, ребята, с вами я, Pikmin Pro. По-моему, это нехорошие слова. Та за шо, та за шо, я та за шо. Так, ну и давайте посмотрим, не обманули ли меня на дулеры, на йены и на что там еще. Нет, не обманули, 57 тысяч примагемов, 126 стандартных круток. И вдобавок еще 63 ивентовые, 63 ивентовые. А зовут нас... Ого, сейчас будем переводить, ребята, все как обычно, все как обычно. Ну и слушайте, ребята, плюс, во-первых, миллион social кредита за то, что никнейм на китайском, а во-вторых, нас зовут Бог Меча. Я не знаю, как вам, но мне это подходит. Правда, сегодня в баннере нет ни одного чевапчича, который бы орудовал мечом. Но ничего страшного, я думаю, все равно никнейм нам поможет все-таки на китайском, как бы, да? Мы сразу делаем как-нибудь вот так все круточки. 355 сюда, сюда, это мне. Итого получилось 418 ивентовых и 126 стандартных круточек. У нас сегодня вообще какой план? Во-первых, Хутао, во-вторых, Нахида и в-третьих, оружие. Да, вот такой вот у нас план. Ну все, давайте крутить, но перед этим я хочу сказать, что этот аккаунт вы можете забрать у меня в телеге, ссылочка в описании. Вот так вот заходи, забирай аккаунт, чё, лишним не будет. Давай как-нибудь, все в дом, все, поехали. Нахида, первая десяточка, сразу Лего отменяется. Так, а кто вообще? Куки Синобус, Дендра вообще замечательно, Мистер Сетос, я не знаю, но, насколько я помню, не слишком он силен. Ну и, конечно, Синсю в моде при любой погоде, ребята, вот Синсю, это он всегда вам пригодится, забирайте и радуйтесь, вот так скажу вам. Ну а вместо этого нам упал Сетос. Сетос, кстати, я не знаю, кто, я знаю людей, которые говорят, что он некрасивый, вы о чем? Друзья, вы о чем? Посмотрите на него, чеплашка деда, зеленые глаза вообще мой любимый цвет зеленых глаз. Что? Ну, в смысле, глаз. В общем, я не знаю, все это с очень красивый. И смотрите, вот эти башмачки. Башмачки Рик Оуэнс. Да, модник. Смотрите, плащ Гуччи, вот эти вот, что это? Это что? Подождите. Это что за бриджи у тебя, приятель? Это что такое? Что за классик новый? Нет, ну, слушай, модные тоже. Дольче Габбана, да? Ну, смотрите, Диор, Дольче Габбана и Рик Оуэнсы. Друг, да у тебя что с этим? Что, вообще трубы горят? Ты что, второй раз подряд? Ну, ладно, давай. Давайте, не будем отвлекать молодого. Ну что, как вы могли понять, у меня сегодня такое, знаете, чуть-чуточку, это, игривое настроение. Сегодня хочется мемы повыдавать какие-нибудь. Но я надеюсь, что получится. Хотя, ну, в теории, мне кажется, вы будете так, как будто вы с отцом пошли куда-то, и он такой, хобана, йоу-йоу, хобана. Ну, молодиться пытается. Ну, в принципе, то же самое, что и делаю я. Я просто вчера полночи провел в ТикТоке, и у меня сейчас в голове только щавели, Nike Pro и вот это вся. Кстати, мне не нравятся эти мемы, я сразу хочу сказать. Какие-то они все как будто бы оскорбительные в последнее время, никто не старается пошутить так, чтобы всем было приятно. Это не круто, мне такое не нравится. Давайте, ребята, мемы придумывайте, чтобы я смеялся. О, нет, стойте! Отмена мемов, сейчас будем легендарки смотреть. Так, это волевой скип или... Нет, хочу прокликать, хочу вот это прочувствовать. Не знаю почему, но мне за этот аккаунт прям переживательно. О, Фиши, ничего себе, ты вообще как тут оказалась? Так, ну сейчас у нас по-любому легендарка, поэтому давай. Ну что я могу сказать, Ну, типа. Ладно, Дэхия мамочка, давайте не будем на нее расстраиваться. Это хорошая стандартная Лего. Так, что-то еще будет. Давай как-то контент. Ну, пожалуйста, я уже выдал дневной лимит мемов. Давай как-то это. Теперь ваша очередь, Хайверсы. Давайте мне чуть-чуть контента, совсем чуточку. Я что, многого прошу? Давайте вот сейчас раннюю и разойдемся. Нет, ну не хотите, как хотите, я что могу сказать. Вот, кстати, два синцю упало. Ладно, все бы ничего, но я искренне надеюсь, как минимум на одну вещь. Чтобы синцю был С6.
Я не думаю, что я многого прошу, и мне кажется, что хайверсы жалятся надо мной и скажут, ну ладно, ладно, бери своего Синцю C6. Ну может быть, ну конечно, давай, давай, до гаранта меня, растяни, протяни до гаранта, мы все схаваем и стерпим. Это, по-моему, уже гарант, кстати, если я ни в чем не ошибаюсь, если ошибаюсь, значит я вас наебу. А что мы смотрим, зачем? Просто скип, да и все у нас, да, у нас тут Нохида. Прекрасная Нохида. Я, по-моему, уже делал крутки с Нохидой, и я все вот говорил про эту птичку. Она все еще очень крутая, мне нравится. Ну, слушайте, все, Нохида есть, можно поесть. Мы довольны, мы хорошо себя чувствуем по этому поводу. Правда, у нас осталось всего 250 круток. Вот это, вот как бы... Это я недоволен, конечно. У меня сейчас, знаете, я хочу вообще все сегодня на рандом сделать, поэтому мы поставим оружие на сновидение. И если оно нам выпадет, то мы открутим Нохиду C1, но если нам выпадет Хома, то мы выкрутим Хутао. Ну давайте, пусть мне хотя бы в оружейном чуть-чуточку повезет. Я же не очень многого прошу, если так подумать. У меня уже третий аккаунт не особо везучий. Ну, что это такое? Как это называется? Мне что, моим пирожочком отдавать в телеграм-канале? Ребята, телеграм-канал, подписывайтесь, забирайте аккаунт. Ну, проще вообще некуда, проще вареного яйца. Я вот сейчас подумал, а почему вареное яйцо это просто? Почему так говорят? Там что, сверлят опять? Ну я что, это что такое? Хотите, кстати, прикол, да, там пока сверлят, я вам расскажу. Но они вроде прекратили, я сейчас сниму наушники, не буду слушать, зато если будут какие-то посторонние, как бы, вот эти вот всякие движения, я сразу такой, оп, все, перестали крутить, чтобы вам поприятнее было. Короче, у меня был сосед, который сверлил, пилил, бил молотком, там, вот, забивал гвозди или что он там делал, я точно не знаю. Ну так вот, он это делал где-то месяца два, наверное. О, подождите, легендарочка, потом дорасскажу, а возможно забуду, как обычно, вы меня знаете. Ну слушай, рандом сыграл, мы сейчас будем выкручивать Хутао. Хутао, давай, Хутао, все, поехали, десяточку. И сразу начался какой-то ад просто. Одни соседи взяли собачку, да, милую собачку. Я вообще обожаю собак, вообще всех животных. Но они взяли и просто оставили ее одну на целый день. И она все воскресенье бедненькая пролаяла, проскулила, прождала вот этих вот дурачков. Ну а теперь у меня еще два соседа начали сверлить одновременно. То есть у меня три ремонта. Дом не новый, ребят, это не новостройка. Откуда лучший мальчик Тайвата? Почему я вообще так удивляюсь лучшему мальчику Тайвата и не удивляюсь этим легендарочкам? Ну что ты, красавец мой. Ну рассказывай, как у тебя дела, как настроение? Подожди, нас тут подслушивают, давай попозже пообщаемся чуть-чуть с тобой. Кстати, хотите, а давайте знаете как сделаем, мы сейчас вот этот аккаунт докрутим и пойдем ко мне на аккаунт покрутим. Как вам такое? Genshin Group, самый вкусный сайт с примагемами и лунами. Выводы происходят через коуда SHOP, официального партнера Genshin. Невкусно ждать, так и не пробуй, выводы моментальные. С тебя UID, с них аль примагемы, ни одного случая бана или списания, сам пользуюсь, ссылочка где? В описании. Я раздосадован. Мне неприятно, что со мной так поступают. Почему у меня третий аккаунт такой невезучий? Ну что это такое, кстати? Все проигрыши 50 на 50. Все, ну ладно, самый невезучий аккаунт, часть 2. У меня же настроение в упадке, блин. Ну я не знаю, правда, вот у вас, наверное, тоже такое бывает, когда вы такие, воу, на энтузиазме, все у вас хорошо. А потом просто раз, стандартные леги, проигрыши 50 на 50, не можете достать вайфушек, и такие, блин, ну что это такое вообще? Вот со мной сейчас что-то такое происходит. Надеюсь, ну на основе у меня гарант, и, по-моему, хватает, да, чтобы забрать кого-то. В очередной раз невезение, но мы 100% забираем Хутао, и я надеюсь, что мы все-таки заберем еще и Сигну для Нохиды. Ну давай, ну что это такое? Помогите. Помогите мне, пожалуйста, я хочу Хутао получить. Ну что-то этот баннер прям скам лютый, я не знаю. Баннер, ты пик ми, понял? Ну, в смысле, наоборот, ты не пик ми. Чё я несу? Мне 24 года, мама уже давно говорит, найди работу, я сижу... Pick me, Nike Pro, вот это вот все. Ну и разве это плохо? По-моему, я победил эту жизнь. Сижу в 24, кручу анимо мальчиков, анимо девочек, анимо оружечки и хорошо себя чувствую по этому поводу. Вообще, замечательно, я выиграл эту жизнь. Да и у меня есть вы, да, как бы... Зачем мне жена, зачем мне дети? У меня миллион детей, как бы, да? Пусть все завидуют. Так, ну это мы знаем, кто будет. Это мисс Хутао. Кстати, хайверсы, я бы на вашем месте, вот мне этого блуждающего звездного блеска, выдал штук 100 за то, что она так долго падала. Ну и у нас есть гарантик, да? Гарантик на пушечку Нохиды. Я надеюсь, нам хватит, но это будет бред, если нам не хватит.
Но перед началом, да, я совершенно забыл про стандартный баннер, да, у нас тут 126 круточек. Давайте, поехали, ребята, без лишних слов, все. Пришел, увидел Nike Pro, сука, хватит. Пожалуйста, хватит. Зачем я это делаю, все. Заткнись. Что это такое, это кто вообще? А, это Шарлотта, все. Я, прикиньте, я забыл, я думал, новый персонаж какой-то вышел, компьютерный. Нам и в стандарте не повезет, я вам говорю, если мне начало не вести, то мне будет не вести прям до конца. Вот прям до конечной. Остановочки мне будет не вести. Ну давайте, мне вообще, что происходит, я не понимаю. Это вообще какой-то кошмар. Никто никогда не должен знать твой следующий шаг. К чему я это сказал, все это? Ой, сразу легендарка, кстати, всем привет. Давай хотя бы тут что-нибудь хорошее, пожалуйста. Слушайте, ладно, все, я не прощаю этот аккаунт, но слушайте, все. Не знаю, как у вас, но мне эта штука вообще не падает практически. Она мне падала раза два за всю жизнь. Так, ну что, я вернулся, нужно сейчас телефон чуть-чуть убрать в сторону, да, как бы. И нужно обратить побольше внимания, да, как бы на экран. Какой же у меня скудный словарный запас, почему, что это за типа, что это как будто, ужасно. Зато нам Беннет упал, уху! Победа, плюс Беннет, плюс вайп, плюс все хорошо, плюс настроение. Кстати, не плюс настроение, потому что очень я расстроен, что баннер нас так подставил. Даже в стандарте две леги не упало. Ну что это такое? Давайте сразу вот так. 58 круточек, ну круто, спасибо. Последняя десяточка. Хорошо, спасибо, я удаляю эту игру. На почте все забрали, я очень расстроен по этому поводу. Сколько? 10, а где они? Их уж забрали. Итого у нас 66 круточек, в теории нам может повезти, я очень сильно на это надеюсь. Это что за мем? Подождите, нет, ты не мем, прости, пожалуйста, Лайла. Что это за мем такой? Это что вообще? Это про типа, у которого детей 5, плодотворный крюк? Что за название дебильное? Мне нравится, хорошее. Ну, пожалуйста, выпади, пожалуйста, Хайверсы, ну дайте под конец чуть-чуточку контента, чуть-чуть совсем, я вообще не прошу многого. У нас еще 8 круток, я искренне надеюсь, что сейчас в одной из этих мне упадет, я сейчас все буду скипать и надеюсь, что когда-нибудь мне упадет что-нибудь хорошее. Ну давай, под конец сигну, я никогда не был в таком отчаянии, я никогда не докручивал некратные 10... Да. Есть. Зато смотрите, нас прям до конца тянуло, мне не оставило вообще ничего. Я даже не думал, что я буду докручивать вот эти вот некратные 10 штучки. Ну, не десятками, в общем, а вот этой вот по одной крутке. И смотрите, повезло. Наконец-то победа, хорошо, победа. Давайте к итогам, ребята. Этот аккаунт оказался супер невезучим, мне очень не понравилось, да, мне не понравился такой экспириенс, простите меня за мой французский. Но у нас в любом случае здесь Чича, Нахида, Техия и Хутао. Как ездил этот звук? Хутао. Я, все, больше не получится. Ну и по оружию у нас здесь все более-менее. У нас здесь волчьи поминки, как говорит Дарья Сергеевна, посох Хомы и, конечно же, сновидение тысячи ночей. Арабская, ну! Так, ну что, ребята, вот мы уже на моем основном аккаунте. Давайте сразу смотреть, не обманули ли меня на долеры. Меня обманули на долеры очень сильно. По-моему. Так, а как нас зовут? Нас зовут Тазашо. Да ну его какой-то этот босс KFC, я не знаю. Все, хватит, пожалуйста. Ты даже не знаешь значения этих слов, хватит их говорить, ты просто повторяешь то, что услышал в интернете, это ненормально. Все, давайте переходить к круточкам. Так, у меня получается откручено сколько? У меня откручено 41. 41 плюс 27. Этого не хватит. Ну ладно, ничего страшного, давайте, поехали. Десяточка первая. Ну ладно, ничего страшного. Все хорошо, я не расстраиваюсь, я очень расстраиваюсь. Давай нахи. Ну нет. Что я вам сделал? Ой, еще есть круточка. 13 круточек. Я уверен в себе. Сейчас все будет. Самое последнее. Все, больше не будет круток на аккаунте. Вообще не будет. Мне там придется что-нибудь проходить, я не хочу ничего проходить. Ну все, и как бы, да, вот это все, что нужно знать о моем везении. Тем более на основном аккаунте. На основном аккаунте мне никогда ничего не падает. Ну все, давайте прощаться. Мне не повезло. Я уже не знаю, там на чем закончилась предыдущая моя фраза. Просто до свидания всем, ребята. Давайте, я вас обожаю, наиприятнейшего вам денечка, хорошего настроения. Ну что ты, если ты не грусти, ну не грусти, а что поделать, не грусти.